Нам, короче, папа на завтрак приготовил рагу из кабачков синеньких и огурцов. Будем пробовать. Есть можно. А что я вам могу сказать еще? Это то, что мне нужно срочно подстричься. Я откладывала этот момент из-за экзаменов, из-за всего, не знаю, из-за чего. Короче, мне нужна ваша помощь. Посоветуйте мне какие-то салоны или хороших мастеров вот здесь, вот в Киеве. Буду ждать. Посмотрите, какой мне сделали красивый маникюр. Также мне немного выровняли ногтевую пластину. И вот вторая рука. Знаете, друзья, что я могу вам сказать? Солнышко уже не то. Я сегодня целый день пролежала на солнце и даже не сгорела. Это значит, что осень уже близко. Я не нахожу, да-да-да, хватит мне врать. Я был как Адика, тебе лишь бы слинять. Ну а теперь дверь закрыта, давай ищи выход. Я не хочу тебя понимать. Друзья говорили, типа к этому шло. If you ever wanna fall, can I be the one you call? If you wanna be a star, I can tell you what it costs. I was gonna put you on, I was gonna put you on. I was gonna change your life, girl, but I don't wanna break your heart. Hey. What?